Здравствуйте, дорогие зрители! Сегодня посмотрим вот такой вот набор открыток «Лекарственные растения» 87 года. Так, 22 открыточки тут. Прям по списку пойдем. Так, это у нас абрикос обыкновенный. Открыточка. Дальше. Такая вот открыточка. Аисник с икутовой. Такая вот открыточка. Это у нас Алтей лекарственный. Так, еще одна. Это у нас Аралия маньчжурская. Это у нас арника горная. Так, это у нас бархат амурский. Белая акация. Это у нас белокопытник лекарств. Открытки 87 года, набор, набор, все 22. Так, это у нас баладушка золотистая. Так, вот такой-то уж все видели, наверное. А называется он Галега лекарственная. Галега лекарственная. Так. Следующее. Это у нас герань Роберта. Вот если интересно, можете на стоп поставить, прочитать описание каждого растения. Можете вот здесь вот на стоп поставить и прочитать. Видно хорошо. А это у нас гречавка желтая. Следующий у нас гравелат городской. Задерживаться не будем, потому что их много. Пролистать хоть так. А то долго будет очень видео.
Так, и следующий у нас гулявник лекарственный. Вот такой вот гулявник. Тоже лекарственный. Так. Что-то какое-то интересное. Так, это у нас дурман обыкновенный. Вот такой вот дурман. Цветок у него видно беленький. Так. Ну, вот это все. Многие знают. Самое лекарственное растение. Это у нас женьшень обыкновенный. Такой вот женьшень. Распространенная картинка. Так его рисует. Корень и вот ягодки, цветочки. Так, а следующее у нас по списку это жостер. Что это такое? Такое вот растение. Так, дальше у нас такие вот ягодки красные. Это у нас заманиха высокая. Такая вот открыточка. Цветок, ягодки. Так, следующий у нас по списку. Такая открыточка. Это у нас зимолюбка зонтичная. Такая вот открыточка. Зимолюбка. Так, еще одна у нас. Так, это у нас красавка. Просто красавка. Такая вот красавка. Такая открыточка. Следующее у нас лимонник китайский. Вот даже тут китайский. Угу. Так, следующее у нас лекарственное растение. Мордовник шаргаловый. Мордовник шаргаловый. Так. Ну, ведь многие знают, вот у нас орех грецкий. Такая открыточка. Так, следующее у нас растение. Это радиола розовая. Так. Дальше. Так, это у нас сикуренга полукустарниковая. Сикуренега. Сикуренега полукустарниковая. Так, дальше. Такие цветочки синенькие. Это у нас снегоголовник оскалистый. Снегоголовник. Так. Вот у многих на огороде растет. Фасоль обыкновенная. Тоже оказывается лекарственное растение. Фасоль обыкновенная. Так. Дальше у нас вот такая вот открыточка. Это у нас чернокорень лекарственный. Еще раз напоминаю, чтобы прочитать вот надпись, просто на стоп нажмите и прочитайте. Так, следующее у нас растение. Черемша.
вишни все. Такое вот растение. Так, вот такая вот растение. Чахотная трава. Похоже так на ромашки. Так, вот такое у нас растение. Это у нас щавель конский. Конский щавель. Так. Вот такое растение. Так, и последняя открыточка. Вот так вот получим ее. Это у нас. Так, элеутерокок колючий. Так, еще раз вот надписи. Вот так вот. Можно на стоп нажать и прочитать. Так, все, последняя, 22-я. Вот такой вот набор открыточек Советского Союза. 87-го года. Описание все 22 штучки. Вот он тогда стоил 1 рубль 69 копеек. Изобразительный искусство, рынок с нами. Вот такое тут полностью описание. Спасибо за внимание.